очень будет получше, она сухая. Не выжимай, не выжимай так сильно. Я чуть-чуть лишнее воды. Все, все, да. Возьмем это водой. По стеночке, по стеночке. Так, взять двумя пальчиками, чуть-чуть протянуть вверх. Вот эти внутри, а большие снаружи. Вынь ручки. Первые пальчики сюда поставь. И вот так вот, снизу вверх, снизу вверх. Сильно не дави, смотри, сильно придави. Потому что это хвостик от лошадки, он оканифоленный, а канифоль это такая штучка вот. Да, лошадка может легнуть, если за хвостик. Это прям потайные. Потайные кармашки. А сможешь вот этот открыть? Там, кстати, канифоль лежит. А вот как ее открыть? Теперь как я ее туда кладу? Давай вместе попробуем. О! Вот тут надо зацепить. Видишь, вот за вот этот. Получится? Держи крепко вот этой ручкой, и я тебе покажу, как играть. Вот сюда. Пальчик один. Вот этот большой пальчик сюда, остальные вот так. Чуть-чуть вот так приподни, кисточку вот так легко, легко. Держи крепко вот этой ручкой, и я тебе покажу, как играть. Вот сюда пальчик один, вот этот большой пальчик сюда, вот остальные вот так аккуратненько.